Спросите себя, друзья. Здравствуйте, конечно. Здравствуйте. Спросите себя, спросите меня, куда это вас, Михайло Петрович, занесло? За какие-то решетки и заборы. Это называется Sunnyvale Tennis Center. Вот вы видите, народ играет в теннис. Тут этих кортов много. Ну и, собственно, мы-то чего? У нас тут Саша, внучка, значит, играет. А мы ее должны забрать и поехать на дачу. Так, вот вы видите, там тренер сзади остался. На корт выходит Саша. И туда. Так, вот и смотри, какой мальчик там маленький. А так фигачит, будь здоров. Так, тренер что-то ей там комментирует. Давайте. Саша, давай. Не смущаю, не смущаю. Оп. Что-то он... Мальчик что-то так обижает нас. Что-то он какой-то такой. Так. Вот тренер нам что-то такое говорит. Сейчас будем смотреть. Ну-ка, давайте. Окей. Ну-ка, давай, Саша. Оп. Так. Там сзади ходит дядька такой, видите? Со специальной машиной для собирания мячиков. Вот он там идет сзади и так на эти мячики наезжает. И они у него там куда-то закатываются. Вот этот дядька. Ну, ему еще и дети помогают, он дети тоже собирает. Дети тоже. Ну, это как бы часть воспитания. Они должны собирать мячики тоже. Любишь кататься, люби и мячики собирать. Мячиков там много у них, смотри. Да. Вот детишки помогают собирать мячи. Что, Саша, как игралось? Хорошо. Но вы долго тренировка вообще происходит? Ну, час. Час 30. И что, каждый день вы так на каникулах? Нет. А как часто тренировки-то? Ну, тут тренировка понедельник и четверг. Так. А у меня еще тренировка есть в среду и в субботу. Еще тренировки вторник, пятницу и... В воскресенье. В другом месте? Ну да. Ближе к дому? Нет. Нет. Слушай, а что у тебя за книжки? Вот я смотрю, у тебя тут книги. Ну, не совсем интересно. Не совсем, так. Они больше для маленьких, потому что те, которые интересны, я жду, чтобы новая книжка пришла. А что там у тебя новое? Новое? Интересное. Ну, то, которое у меня уже было, оно и так интересно. А то, что придет, это последняя книжка, то есть серия, ну, пока последняя. И мне очень хочется прочитать, что случилось после последней книжки, которую я прочитала. Понял. Сейчас. А еще хотела спросить, а почему у тебя две бутылки воды, что случилось? Нет, три бутылки воды было. Я третью закончила в машине. Понял. Ну, поехали. Мне пить надо. Надо пить 2 литра в день. И вот так 4 вот таких бутылок, это 2 литра. Я 1 литр дома выпила и 1 в машине. Поэтому, если когда закончу эти 2, то тогда я закончу воду за день. Саш, я тебя вот хотел спросить. Смотри, ты ходишь в школу, правильно? Да. В школе все по-английски. Ну, да. Мама и папа говорят вполне по-английски, хорошо говорят, да? Да. А вы все-таки разговариваете дома по-русски, правда? Вот ну, когда бабушка есть, но бабушка хотя бы не говорит по-английски. Ну, даже когда нету бабушки, можно разговаривать по-русски. По-русски. Хорошо. А почему бы, вот, например, вам не разговаривать по-английски? Нас спрашивают люди, которые смотрят наши видео. Они говорят, смотри-ка, Саша родилась в Америке. Да? Ну, потому что родители из России надо... Ну, в Беларуси надо свой язык не терять. То есть ты видишь в этом сама ценность какую-то? Угу. То есть это важно, вот язык не терять. Угу. Саша, что с тобой, расскажи? Новые штаны. Песочные. Нет. Песчаные. Саша, это ты выкопала яму? Нет, не я. Вот эту большую? Конечно, я. А как может быть не я? Не знаю, а с какой целью?
Ого, какая яма, я это даже не видела. До воды докопать хотела. Друзья, до воды докопать можно вот сюда. Воды есть много. Так. Саша, а если копать, копать и копать? Да, дойдешь до воды. Нет, а если еще дальше копать? Будет много воды. Так, а если прокопать через всю землю насквозь? Нельзя там лёг. Почему? Потому что там внизу магма. Да. Она горячая. Это правда, это нехорошо получится. Покажи. Эти будем сейчас мыть водичкой и поедать на месте. Ну, лика всегда вкусная. Давай. И так. Свежая. Давай-ка мы сюда теперь польем водичкой, а ты мой. Так, давай. Давай. Оп. Ну ладно. Все. Нормально? Угу. Ну-ка давай. И скажешь мне, как оно на вкус, как? Ну что скажешь? Впечатления есть? Вкусно. Только почему-то они какие-то кислые. Кислые? Угу. Ну, выкинь, ты возьми себе другую. Может, она переспела немножко. Давай следующую. Так. Большую возьму. Может, так, смотри, в кадр. Может, маленькие? В кадр давай. Так, о, большая, хорошая. Саша любит маленькие собирать. Начинаешь маленькие. Вот я подозреваю, что тут кислых нет. Да, Света? Нет, тут кислых нет. Хочешь попробовать? Мы хотим букетик набрать, цветочков вот таких. Как тебе, Саш, цветочек? А пахнет? Нет. Так. То есть мы разных цветов подберем, да? Я бы еще взяла туда георгинок, хоть стоят подольше. Давай. Только начни цветы собирать. Георгины пошли. О, незрелый еще, но красивый. О, красавец какой. Я бы сказал, что это василек. Но я в цветах мало чего понимаю. А надпись говорит, что это вот, пожалуйста. Чувствуется, что холостяку не сладко живется.